Занимающий второе место в мини-футбольном чемпионате России «Газпром Югра» потерял очки в домашнем матче с Тюменью. Шансы догнать «Динамо» стали еще меньше. Но ничьи хозяева могут быть довольны. Эту встречу они спасли. Тюмень явно на подъеме. Команда недавно вышла в финал Кубка России. И в Югорске по ходу второго тайма вела со счетом 4-2. На удачи трибуны помогли хозяевам. С помощью рикошета они забили третий мяч. А ничью им принес бразилец с прозвищем истинно футбольным Робиньо 4-4. В ничью завершился еще один матч дня. КПРФ спас матч в концовке и ушел с единоличного последнего места. Уверенную победу одержал сегодня только Синара. Остальные встречи получились упорными.